Парни, всем привет. Нахожусь на пути в сторону Самары, выехал с Уфы. Долгое время ничего не записывал, ничего не снимал. Находился на ремонте. Об этом позже. Я не могу найти свою камеру, пока вот записываю на телефон. Стоим в пробке, блин. Там после Уфы, как выезжаешь, есть такой раздолбанный мост. И вот здесь еще один ремонт моста идет. Сюда я ехал, здесь все было ровно. Сейчас здесь светофор стоит. А может и не было, не помню. Может он стоял, просто проскочил. Вот. Но здесь очень много местных, которые едут. Которые едут тупо в деревню. Буквально тут 5 километров, говорит, до деревни. И мы вот стали, тупо поперекрыли нахрен здесь движение, потому что ну, легковых очень-очень много. Газельки всякие, такие вот машины, все лезут, все пытаются что-то сделать. Нам вот всем пришлось вот встать в 4-5 полос и подперекрыть движняк. Потому что ну, мы как бы все стояли изначально все в одной полосе. Потом поняли, что мы вообще не двигаемся, наверное, как минут 20-30. И решили все выдвинуться. Вот. Перекрыв движение, тем самым мы освободили немножечко себе дорогу, потому как мы вообще просто, я же говорю, просто тупо стояли полчаса, минут 20 точно, без передвигу, без передвижения. Сейчас вот я стою уже 9 минут, ну, я тут немножечко продернулся, чувачок хотел проехать, вот. Они все едут в деревню, блин. Короче, жуткая жуть на самом деле. Ничего не выкладывал, потому что, ребят, был на ремонте, не до этого было, перебиралось, все делалось, все. Коробка, двигатель, то есть машина сейчас, по сути, на прикатке, на обкатке. Вот. В общем, такие дела. А то там некоторые мне уже звонят, спрашивают, ты что, куда делся, куда пропал. Не, ребят, никуда я не девался, никуда не пропадал. Все на месте, все идет своим чередом. Работу работаем. Только вот первый рейс сделал. Проехал на машине. Сейчас я скажу, сколько после ремонта. Ну, 2000 километров, грубо говоря. Машина еще не прикатана, едет не пойми как, то едет, то не едет, как-то непонятно. Опять поджимается. Все жмутся, жмутся. Надо чуть рацию погромче сделать. Я тоже перед Новым Уренгоем, блядь. О, уже начали за Новый Уренгой разговоры. Пошли. Как вы думаете, пропущу я вот этого пелька или нет? Да я думаю, что пропущу. Пускай едет. Он с девчонкой, хреном, парень едет домой тоже. До деревни. Говорит, недалеко. Блин, время 8, мне еще хотя бы пару часов продержаться. И можно будет встать на стоянку. Ну, еще буквально минут 10 постояли, и мы поехали. Соответственно, тоже такая же пробка. Встретил там, не знаю, КамАЗик мне посигналил. Ребята тут поздоровались. Ну, а мы потулили дальше. Поскорее бы уже добраться до какой-нибудь столовки. Хочется перекусить. Выпить кофейку и поехать дальше. Время еще позволяет. Дик, Адик. Ты купаешься, да? Покупайся, чтобы остальное не лягало.
Кабаса ты, да, папа? Кабаса. Кабаса моется, да, папочка? Кабаса моется. Кабаса. Подмышками помой хорошо. Кабаса, кабаса, кабаса. Кабаса. Не трогай, Настя его. Я говорю, не трогай. Что там, нормально? За ушами иди помой. Буду помой. Надо еще зеленого. Да не лезь к нему. Дай ему по морде ему дай. Настя, по морде бей, скорее. Не могу. Что он тебе завалил? Так стоять. Оп. Говори, нельзя. Нельзя. Ему по барабану, Настя. Не постельный режим. Не мой постельный режим. Настя, волосы по мне. Не могу. Почему? Я не могу встать. Ты ему по жопе дай и все. О. Я тебе ухо дару. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, дебил. Господи. Иди сюда. Дик. Все. Дик, подожди. Настя, подожди. Настя, подожди. Дик. Она пошла на место. Иди на место. Ты что ты? Дик. Настя, отойди. Дик. Включи ближний. А дальний?